22 мая. Закончилась посевная. Сейчас будет проводиться несколько дней селекционные работы по ковре субботы есть. И уже в среду начинаем заготовку кормов, а именно заготовку сенажа. Я сейчас еду на кейсе с бочкой для мелиорации, которая подключается к мойке, что промывать длина. Погода у нас хорошая, май в этом году очень теплый, сухой. Справа от меня растет подвес. Было насеяно пшеница, но подорожно все. С другой стороны, зимняя пшеница, ее не культивировали, ничего не убирали, вроде бы уже отошла. Thank you.
сейчас еду набирать воду и переезжаем на другое поле. Я сейчас буду выезжать на карьеровскую дорогу. Thank you.
Я сейчас буду набирать воду. Сначала надо заглушить трактор. Так, и установить переходник вал отбора мощности под кардан, который установлен на насос. Ох. Вот у нас самодельная бочка с насосом. Вот такая, в общем, система. Вот сюда я буду ставить переходник. Ну и вот, установил переходник, закрепил, затянул. Сейчас буду ставить карданный вал. Так, немножко запутался. Ну вот, я освободил карданный вал. Одну сторону я уже закрепил. Сейчас будем вторую. Так. Надо опустить чуть-чуть навеску. Не смазался как тракторист. Так, все довольно крепко. Следующий шаг, надо долить масло. Было неудобно заливать с двадцатки, поэтому, в общем, залил масло. Так, теперь скидываем заборочный шланг. Запутано. Ух. Теперь к лягушку спускаемся. Thank you.
чтобы он погрузился. Проверяем, чтобы были закрыты краны. Так, заводим трактор. Включаем вал отбора мощности, поддаем газу, видим, как бежала вода. Теперь приблизительно ждем около 30 минут, и бочка будет наполнена.